Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Far Cry 5. И перед нами медведь, который жрет лося, кажется, да, если я не ошибаюсь. А теперь он куда-то... Не трожь! Не трожь его, не трожь! О, черт, это жесть! Пошел отсюда! Ух ты ж, ё-моё! Это вам... Не шуточки, блин, настоящий медведь. Так, а где лось-то, собственно? Он его вроде как сожрал. Где он теперь? Ну, только кровища осталось. Грёбаный медведь, совсем больной. Короче, нам нужно добраться до Фолс-Энда. Я все пытаюсь до него добраться. Мы подобрали себе песика Бумера. А, тут какая-то тачка вся в крови, но это нормально. На самом деле я обнаружил, что на дороге совершенно нельзя останавливаться. Ну то есть вот вообще никак. Понимаете? Потому что ты останавливаешься на дороге, и вот, видите, я просто выехал на дорогу, тут же кто-то едет и пытается меня прикончить. И, в общем-то, здесь постоянно такое происходит. Постоянно, все время. Все время как творится какой-то трэш, жесть и... Ну, в общем, да. Какая-то хренотень. Поэтому сейчас гоним до Фолс-Энда. Блин, тут какая-то... Вау, у него ракетница была. Ракетница, стоп. Попадешь в Фолс-Энд. Будь осторожнее, сектанты контролируют весь город. Спаси Мэри и Джерома, а потом вломите дамщикам как следует. Ну, до связи. Ё-моё, что происходит, твою мать? Я вроде спас мирного жителя какого-то. Или нет? Какие-то волки, черт подери. Господи, что это? Все время трэш. То есть, постоянный трэш. Бумер, бумер! Бумер, малыш, вставай! Офигеть. Это что у нас? Это олень. Шкура оленя. Бумер, малыш, иди сюда. Давай ты не будешь ввязываться во всякое дерьмище. Короче, я не знаю, тут... Это кто, хороший, нехороший? Очко навыков получено. Я коплю для того, чтобы набрать 8. Что мне с ним делать? Мне взорвать его или чего мне делать? Так, тут у нас патрончики. Боеприпас для РПГ. Где сам хрен с РПГ? Я вообще... Зачем остановился-то? Хотел забрать РПГ. О, УЗИшка. Блин, ну это не то. Где этот хрен с РПГшкой-то? Вот она, вот она. Сейчас мы развлечемся. Да! Да, деточка, вот это я понимаю. Вот это, блин, то, что нужно. Ну чё, ублюдки, еще кто-то? Мне кажется, эту тачку надо взорвать, и только тогда, типа... Бум! Так, мне засчиталось что-то? Конечно. Блокпост уничтожен. Это типа блокпост. Я уничтожил блокпост. И да, это круто. Ты чё? Это же моя машина-то была, эй! Щисов! Козлы, меня бесите. Бумера еще сбил. Да, здесь мирные жители просто какие-то психи. Если как-то... А в четвертой части ты, может, немного, ну, спереживал им или еще что-то. То здесь что-то они какие-то уроды, на самом деле. Слушай, что тебе надо, а? У меня последняя ракета осталась. Придется себя убивать так. Ну-ка, иди сюда. А, ладно. Винтовочку возьму. Давай, бумер, сожри его. Вот так, красава. Все, присел, отдохнул. Фух. Все время жесть творится, ты не можешь найти времени, чтобы как-то передохнуть. Все время кто-то налетает, какая-то лютая хрень. Но не то, чтобы я жаловался, в движуха это круто. Бесконечные сектанты, которые летят прямо на твои РПГ, по-моему, это прекрасно. Главное, чтобы РПГ было достаточно. Красиво, очень красиво. Так, мы должны захватить Фолс-Энд. То есть мы не просто пришли сюда, мы еще должны захватить Фолс-Энд, естественно. Вообще, я помню, эту миссию показывали еще очень давно, и захватывали его, по-моему, откуда-то вот оттуда, там,
Там какая-то горка есть или что-то наподобие. Да-да-да, вон, смотрите. Там есть водонапорная башня. Туда можно залезть, отметить их всех. Ну и в общем... Это вообще аванпост считается или что? Так. Мы можем нанимать, кстати, простых... простых бойцов. А можно нанимать вот таких вот уникальных, которые с тобой будут бегать. Что клево. Карта, кстати, такая красивенькая, вся в 3D. Ну, на самом деле, что? Я по стелсу не смогу все это сделать. Потому что, ну, ни лука нету. Ничего толком нету. Сейчас они, естественно, вызовут гребаное подкрепление. Хотя я могу просто сныкаться, на самом деле. Опа! Что это у нас здесь? Взрывчатка, нет места, ускоритель, алкоголь. Ясно. Минус. Бумер уже, блин, в атаку пошел. И бумера уже нагнули. Да, это было быстро, черт возьми. Прям в задницу. А еще здесь нету аптечек, как бы, и я вот... Я вот думаю, вот аптечек у меня сейчас нету. И что вот мне делать, как бы? Там какой-то вип-сектант. Я его попробую сейчас грохнуть. Блин, ладно, пошли поближе подойдем. Так, спасти. Давай, давай. А, это ж святой отец. Быстрое убийство. Оу! Поднимите меня кто-нибудь! Поднимите меня кто-нибудь! Ну, святой отец! Святой отец! Святой отец! Нет. Нет, святой отец меня не понял. Я не знаю почему. Он, видимо, пошел дальше мочить сектантов или. О, как красиво-то! Как красиво! Посмотрите, цветы вообще! Красиво? Черт возьми! Даже посмертный экран реально красивый. Ага, ну понятно, в общем. Вот так вот просто захватить не получится, ну естественно. Особенно еще когда я играю на геймпаде, да. Ух, как весело-то. Ладно. Ох, сколько их здесь, ёпарас это. Да. У вас, ублюдков, тут реально немало. Еще глушитель припаять, чтобы можно было как-то их валить по-тихому. Так прям жопно. Смотрите, там есть снайпер. В принципе, я могу залезть и... Отлично. Завалить его, забрать у него винтовку снайперскую. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть быстрое убийство. А, ты же снайпер! Мать, ты снайпер, где твоя снайперская винтовка, снайпер? Ты не снайпер, ты абсос, я понял. Что он там делает? Он сидит за пулеметом, ребят. Это очень-очень плохо. Все, меня за... Блин, меня заметили. Я попробую... Да твою мать! Я попробую к пулемету пробиться. Больные придурки в рукопашку реально идут. Тихо. Нет, я никак не пробиваю. Да, я не пробиваю насквозь. Давай. Освободили. Давай, 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 давай. К пулемету понеслась. Ща. Ты куда, козлина? Ладно, хорошо, я понял. Как им пользоваться-то? Ну, использовать оружие. Вот это я. Сейчас. Где они? Где? Ну где? Где хоть кто-то, мать вашу? Ох, как ты улетел-то красавушно. Поддержка, мать твою, с воздуха.
разобьем самолет, нам конец. Что ж такое, ты вообще? Черт, возьми! Тихо. Тихо, надо подлечиться. Гребаный самолет, где он? Ладно, я почти вылечился. Сейчас. Использовать оружие. Где они там, блин? Да, черт возьми! Фух. Сидим. О, чертова граната! Спокойно. Вообще жесть. Кто это? Свои? Кажись, свои. Есть. Я не понял, что с гребаным самолетом. Лови. Сейчас попробую его взгреть с пулемета. Есть! Випа грохнули. Фу. Да! Освобождено! False Sense! Трет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Спасибо. О. Черт. Это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушечником, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастор и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там. Ну что ж, пастор, как скажешь. Фу, да. Мы освободили этот райончик, и это прекрасно. Наказать. Такова воля отца.
Ха-ха-ха. Ну, посмотрим. Так, дорогие друзья, давайте взглянем, что у нас тут вообще за задание есть. На самом деле, я их сейчас даже и не вижу. То есть, я вижу сейчас покупку машин, оружия, оружия и так далее и тому подобное. Но не более того. Кстати говоря, о, надпись, блин, как в Голливуде, только вместо надписи «Голливуд» — «Да». Короче, этот чувак очень любит слово «Да», он на нем помешан, мы это, в общем-то, читали. Так, это она, у нее задание. Ты как раз вовремя. Угу. Новый персонаж Кейси... Кейси Фиксман какой-то. Попробуй эту игру. Башню снесет нам. Какая же потрясная игра. Это Far Cry Arcade, да-да-да. Если жители Фолсенда не могут противостоять сектантам, не сможет никто. Помоги им, чем можешь. Окей. Так. Не заглянешь ли себя? Есть что-то по-настоящему американское. Трюки Клатча Никсона. Это тот, который сгорел, что ли? Что это? Клатч Никсон. А, ну это еще раз, короче, еще одно как бы упоминание, наверное, его или что-то наподобие. Не вступай в врата Эдема, не дай им закрыть бар, не отдавай им вдоводел. Вдоводел? Я чувствую, это какая-то крутая пушка. Сюда. Мне нужна помощь. А ты успел навести шороху. Давайте с ней побазарим. Вот так вот ворваться в город — это смело. Почти все сваливают отсюда после первой встречи с сектантами. Остальные жалеют, что не свалили. Мой отец одним из первых пошел против них. Каждый раз, когда они заявлялись... Папа садился в свой грузовик и гнал их из города. Он его обожал. Называл «вдоводел». Эти уроды угнали его за неделю до смерти отца. Блин, хочешь реально разозлить секту? Верни мне «вдоводел». Покажи им, что нас не согнуть. И пусть наши ребята порадуются. Он заперт в зерновом элеваторе на востоке. Думаю, ты как раз справишься. Сектанты не решили наших традиций. Прикольно. Widowmaker. Ну, подожди, давай мы вдоводел-то вернем, а потом уже все остальное. Короче, ух ты, ёп! 1.5 километра! Чё, прям серьезно? А он в чьей зоне-то? В этой? Ну, в этой зоне же, да. Тут на машине надо проехать. Ну, ладно, давайте прокатимся. Вроде вот эта машинка у нас здесь есть. Сейчас мы в нее сядем. Так. Воу-воу-воу-воу, тихо, спокойно. Наверное, мне все-таки нужно... как-то здесь объехать, что ли. Ага, точно. Ух ты. Я не знаю, кто это. А, боже ты мой, это опять какие-то мирные жители. Уничтожайте объект сектантов, чтобы... Ну, это я и так понял. А, это у нас... Угу. Еще ребята. Мать вашу, кто такие? Ладно, сейчас автовождение. Сейчас я им устрою веселую жизнь. Вот так. Чё я должен покидать транспорт? Блин, отлично, машина в другую сторону. Машина в другую сторону. До свидания, ублюдки. Отлично. Да, автовождение действительно нужно, потому что если ты хочешь пострелять за рулем, то как бы изволь отвлечься. Помощник, слушай. Вдоводел стоит в элеваторе. Ага. Если наткнешься там на эдемщиков, будь осторожней. Но зато мирного жителя спас, зашибись же. А, так, где он? А, нет, нет, я его почти спас, почти спас.
Походу его машина переехала. Ой. Че, бой кончился? Ага. Тут рядом живет ветеран войны. В последнее время у него беда со здоровьем. Надеюсь, все обошлось. Может, заглянешь к нему? Все, я вкурил. Вендел Редлер какой-то. Прикольно, что они рассказывают обо всяких таких местечках. Очень удобненько. Блин, патронов маловато. Хреново. Блин, они здесь везде, эти гребаные сектанты. Просто, мать его, везде. И уж точно в элеваторе, конечно. Два дела они мне просто так не отдадут, засранцы. Так, проберитесь на склад. Вау! Есть. Так, дверь. Черт, нужен ключ. Тихо, тихо. Где он? Быстрое убийство! Есть! Все, зашибись. Так, обыскали. Взрывчатка с ДУ, нет места. Пожалуйста, используйте другую дверь, наверное. Зараза-то, а. Как бы видите, не все так просто. Тут что-то написано. Доступ на склад ограничен. Чтобы попасть внутрь, нужен ключ. Его можно взять около палатки, но прежде нужно спросить разрешение у крестителя. У палатки. У палатки. Гребаной палатки. Там какой-то козел с пулеметом. Написано «Вера для всех», ля-ля-ля. Ага, так. Ждем, ждем, ждем. Ждем засранца. Я... О, да ладно, вот так можно? Прям из-за укрытия выныривать и мочить. Сейчас мы попробуем по-тихому подобраться к этому засранцу. А чё, неплохо, ночью не особо палят меня. Может, если схватить пулемет и там действовать быстро, то как-то будет все это. Круто, он меня даже не видит. Вот абсос. Шикарно. Я не понял, кто это увидел. Кто-то увидел. Кто-то увидел. Уничтожу врага! Кто-то увидел, я не понял, кто. Черт возьми, но это не это, точно. Мне кажется, кто-то еще. А, их двое там. Их трое теперь. Черт возьми. Отменить атаку. Так, граната. Да, он был випкой, поэтому он не сдох от одной гранаты. Как-то можно его добить? Ну, можно с ноги ударить, конечно, да. Вип-сектант убит. Ключ забрали. Блин, они что-то какие-то тупые. Взяли такие, все сбежались в кучу. Причем я не понимаю, почему именно туда. То есть труп был вообще в другом месте. А, и... Что-то сдохли все как идиоты. Ну это нормально, этого я как раз и ожидал от них. Что они сдохнут все как идиоты. Нет места уже, посмотрите-ка. А, и коктейли у меня уже максимум. Ладно, возьмем метатель. Нет, не метатель, возьмем гранату лучше. Я пытаюсь привыкнуть вообще ко всему этому управлению с кучей менюшек, подменюшек и так далее и тому подобное. Но в два дела ты красавица, а. Так, а как открыть? Надо гараж-то сначала открыть. Это мы отсюда не уедем. Вот это я понимаю. Вот это у нас сейчас будет веселье. Давай, понеслась. Все, валим отсюда. Да ладно! Прорвитесь!
Черт возьми. Сейчас прорвемся. Вот так, да. Да с удовольствием. Орудие? Какие орудия? Как это работает? Нажмите L1, чтобы стрелять из оружия. Да ладно, тут гребаные пулеметы. Вау. Вау. Зашибись. Просто, блин, зашибись, ребятки. Летели. Я пытаюсь разобраться, там что-то было написано еще на треугольник и так далее. Ладно, поехали. Так, а как из пулеметов-то дальше стрелять? А, это переключение, да? Да, переключение между моим оружием и оружием автомобиля. Все, я теперь вкурил наконец. Елки-палки, на это потребовалось время. Бумера можно призвать в отряд. Бум, да. Вот это я понимаю. С дороги, идиоты. Ништяк. То, что надо. Пока, дурачье. Ёпар, СТ. Вертолет? Вертолет, блин. Вы что там, охренели совсем? Ладно. Сигналить после успешного тарана — это моя любимая. Да. Да, взрывы. Нет, 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 олени, олени. Господи, я оленя задавил случайно. Бум. Сейчас взорвем тут все к чертовой матери. Да. Да блин, чертова олени, мне их жалко. Не хочу их давить. Поворачиваем. Поворачиваем. Короче, чистое веселье, ребятки. Дороги. О, нет, и коровы, коровы, коровы. Черт, медведь. Медведь охотится на коров. Вот жесть. Газуем. А, да. Что вы мне сделаете, засранцы? Они меня, походу, даже замечать не успевают. Я настолько быстро проношу. Цистерна, цистерна. И вертолет сгорел, потому что цистерна рванула. А тут-то что рвануло, я не пойму. Боже мой. Жесть какая-то творится. Так-то я, в принципе, привык, что тут все время жесть какая-то творится, но... Да. Погудим. Пошумим. О, да. В два дел шикарен. О. Вот это я понимаю. Сейчас бы от третьего лица, конечно, это все посмотреть, но ладно. Тихо. Мне, наверное, надо все-таки через мост. Черт, куда тут? Сейчас, сейчас, сейчас довезем.
Вот это я понимаю. Все, приехали, нормально запарковались. Ну, нормально же все, правда? Отлично, помощник. Паркуйся и иди сюда. Этот звук я всегда узнаю. Ты что на меня так смотришь, женщина? Я тебе грузовик привез. Радуйся, вон какой красивый. Чтоб меня, глазам своим не верю. Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо. Да нет, что, в общем-то. Вдоводел, выполнено. Разблокируется в магазинах. Просто чудесно. У тебя здорово получается. Но сектанты не будут сидеть на жопе ровно. Мы нападаем, они дают сдачи с новой силой. В небе тебя будут караулить птички Иоанна. А на дорогах конвои. Гляди в оба. Ладно, вооруженный конвой в долине, дополнительное задание. Ну ладно, это мы еще успеем сделать. Уничтожьте грузовики Анна на севере, на западе, на востоке. Давайте глянем, это где у нас тут в заданиях-то находится журнал, состав отряда, навыки. Это что такое? Дополнительный вооруженный конвой. Ладно. Завод Гринбушей. Ну что ж, дорогие друзья, ладно, встретимся мы с вами в следующей серии. На этом у меня все. С вами был Гидон. Всем спасибо и до следующей миссии.